В Одесской области полицейские предотвратили заказное причинение тяжких телесных повреждений депутату одной из объединенных территориальных громад Херсонщины. Злоумышленник, глава упомянутой выше ОТГ. За 7 тысяч долларов он нанял исполнителей, чтобы те искалечили депутата, с которым мужчина долгое время имел напряженные отношения в сфере хозяйственной деятельности. В качестве задатка правонарушитель передал 1500 долларов и 10 тысяч гривен. 5 ноября на окраине Одессы правоохранители сценировали нападение на автомобиль народного избранника и нанесение ему с женой телесных повреждений. Убедившись в выполнении заказа, злоумышленник передал исполнителям еще 5 тысяч долларов и был задержан. За совершенное подозреваемым грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. У нас сложилась такая ситуация, что нас заказали. Нас хотели убить. Спасибо работникам безопасности. Когда мы встретили, подошли к нам, такая была ситуация, подошли к нам и сказали, что нам угрожает опасность. Пока нас прятали, по сути говоря, и оберегали, мы до конца не верили, что может такое быть.